Поехали. Вот нам попал в руки индивидуальный рациончик питания номер 6. Вот такая вот красота. Открываем. Каша гречневая с говядиной. С флагом Японии. Страны восходящего солнца. Да, не будем называть. Япония. Не будем называть. Так, это раз. Есть. Следующий, заведующий. Фрикаделечки. Консерв, сушек, промик. Из говядины. Из говядины. Весьма тяжелые. Хорошая порция. Для офицера, кстати. Хорошая порция для офицера. Мясо. Мясо с овощами и со солью. Тоже тяжелое. Сырок. Сырок плавленый, консервированный, стерилизованный. Вкусный. Честно скажу, пробовал такой у солдат. Вкусный. Фарш колбасный, любительский. Ну, не знаю, кто что придумал. Тут пожадничали. Маленькая упаковочка. В пирожках тоже фарша немного. Поэтому все нормально. Пюре протертое, натуральное, яблочное. Дети очень любят такое. Шоколад георгиевский. Настраивает на победу. Угу. Кладем. Далее, что мы имеем? Рагу из овощей. Ну, это, видимо, вот к чему-то, вот так вот, добавка к чему-то. Либо к мясу, либо к фрикаделькам, к чему-то это. Чтобы разогреть все это, имеется разогреватель портативный. Внутри имеем железочку, подставочку и сухое горючее. Да, в количестве 3 штук. Рассчитано на 3 раза принятия пищи. Чай майский. Чай майский. Кто-то со сливками может выпить. Я люблю чай со сливками. Это кофе, скорее всего, да? Ну, кому как нравится. Что это у нас такое? Адаптофит. Хорошая вещь. Посмотрите в интернете для чего. И таких пакетиков мы имеем 1, 2, 3 штуки. 3 штуки. Еще один чай. Еще один чай. Чтобы поджечь это все, спички и черкушка. Вода, ветро устойчивый. То есть зажжешь, не потушишь потом уже. Сахарок, 3 пакета. 3 пакета сахарка. Повидло яблочное. Ну, консистенция мне нравится. Консистенция какая. Ложечки и ножик. Как в ресторане. Все. Да, острый-острый. Все в ресторане. Можно, если что, патроны закончатся, можно и с ножом. Салфетки, салфеточки. Вот еще попалась шпик соленый. Ну, это, на мой взгляд, здесь вещь лишняя, потому что пить хочется все время после него. Ну и адаптофит. Адаптофит пьешь, да. Вот он хлебушек, так сказать, который не портится. Вот они галеты. Да, ну галеты тут. По идее, немножко тоже они другие, нежели галеты армейские из пшеницы, а это из муки пшеничной обойной. То есть 2 из пшеничной обойной и 2 из муки пшеничной первого сорта. Вот еще одна вещь нашлась, паштет.
печеночный паштет. Можно намазывать на галеты и, так сказать, быстро приготовить себе завтрак. Или закуску. Да, или закусить. Вот также входит в набор пирог. Заживать. Почистил, поел, почистил зубы. Да. Вот, пожалуйста, 10 раз, 10 таблеток, можешь почистить зубы. Вот еще кофе. Кофе есть еще. Да, кто-то и... любит чай, кто-то любит кофе. Да, и можно даже, вот да, и вот можно даже со сливочками. Да, вот можно и так. Ну, кто любит соленый, по турецкому рецепту есть соль. Салфетки дезинфицируешь, не забудьте перед едой продезинфицировать руки. Их здесь 3 штуки по приему пищи. 3 раза. Рассчитанное на трехкратный ежесуточный прием пищи. Вот оно все. Что еще осталось здесь? Здесь остался перечень. Что положили и что забыли положить. И перчик. Немножко таблеток имеется. Витамины, поливитамины. Все. А сколько их тут, кстати, поливитаминов? Поливитаминов 1 штука в день приема. Ага. Одна штука в день. В следующем пакете будет еще одна. Можешь принять еще одну. Вот на этом, так сказать, мы и заканчиваем обзор. Обзор, да, нашего. Вот можете еще раз посмотреть, как он выглядит. Итак, гость нашей программы. Индивидуальный рацион питания номер 6. Это уже 3-й наш обзорчик. Вот такие бывают сухпаи. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока-пока. До новых встреч.